Да, все вместе. Да, завтра я тебе что-нибудь вкусненькое... Трубку положила. Ну или связь оборвалась. Хотя, вообще-то, ход мысли правильный. Прикуси язык. Доченька, потерпи еще немножечко. Я смогу тебя забрать. Пиццу будешь? Смей врать. Тебе привью. Обоих. Приезжайте. Поговорим. Ну, я так и поняла. Здрасте. А это кто? Тетя. Родная. Извините. Что, испугались, что одна не справится? Ну и стоило тратиться на парикмахерскую. Черт. Надо же, чтоб сегодня именно дождь пошел.